Перед тем, как начать влог, я своим попугаем включаю музыку. Выбираю радио, включаю на телефоне. Попугайчики слушают. Чика вообще довольный. Он любит под музыку свои песни напевать. Ну вот, мои попугайчики Чика. И Молечка. Что нам нужно, чтобы сделать жердочки? Это палочки, шнуровочка и ножницы. Значит, я меняю. У меня была вот эта палочка. Она вроде бы еще не стерлась, но она уже старенькая. Она стала иссушилась, стала тоненькая. Вот, поэтому я взяла потолще. Это палочка яблони. Вот. Ножиком, значит, я срезала все выступающие части. Все гладенько теперь. Вот, и сейчас буду ее ставить на место. Вот эта палочка. С этой стороны я сделала шнуром, веревкой завязала. Вот она у меня. Хомутики у меня кончились, поэтому я здесь навязала веревку. А с той стороны вот я прикрепила хомутиком. Последний остался. Я оставила немного палочку за клетку. Вот, потому что Молли любит на этой стороне садиться. Она садится вообще вот на вот эту вот маленькую палочку. Вот эту торчащую. Вот она на нее садится. Тут ей ужасно неудобно, поэтому я сделала, чтобы здесь вот было с этой стороны, может, все крепко. Вот, то есть может, если что, садиться. Дальше я снимаю, убираю вот эту палку, она очень тоненькая, неудобная, поэтому поменяем на потолще. Так, тут тоже поменяли. Здесь у меня тоже все на шнуровке держится, потому что хомуты кончились. Вот, на шнуровке тоже держится все очень хорошо. Закрепила со всех сторон, только было можно. Вот, палочка у меня тоже длинная, тоже выходит за пределы клетки. Вот. Здесь тоже все на веревочке сделала. Здесь, чтобы не попортить шторы, жгутиком тоже все, шнурочком все обвязала. Вот. Продолжаем дальше. Убираем следующую палочку. Вот эту она вся изгрызана. Все попугайчики мои Чика с Молли уже ее всю обгрызли. Вот, меняем ее. Значит, вот это я рассказала палочка. Вот это вот прислонила тоже на шнуровке. Лесенку вот тоже делала на шнуровочке. Вот. С этой стороны даже ее не делала. Она очень хорошо держится на шнуровке. Это вот нижнюю поменяла около воды тоже. Пришлось водичку сюда переместить, потому что она была здесь. И вот тут вот тоже сделано. Кстати, эти шнуры очень удобные. И вот эта палочка у меня шаталась. Тоже сделала на шнуровке. С этой стороны.